Как нет? Паладин, у кого танк есть? По-любому кто-то должен быть. А что, у нас шаман один не за хильд разве? Вроде большой. Я хуй его знает, за хиль или не за хиль, я. Ну просто видишь, что здесь вроде никаких танков-то и нету. Выбор-то не особо большой. Он вводит мозг с пеком с медведей. Давай, Слава, спекайся. Ладно. Куда он, блядь? Так у него тут нет вроде медведя. На другом уровне. На другом танке. Вроде, ну. Ну, хули, погнали. Добро пожаловать, герой. Вы услышали призыв Серебряного... На трех стаков там меняйтесь. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак Процающий Бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Олимпа. Слава, там форму, блядь, возьми или кто-то Я видел и более достойных соперников. В огне не стоим, убегаем сразу же. Хер эту танчику. Хоть пускай танчит. Огонь. Блять, не стойте в огне, ребята, вас прошибают, пиздец. Добейте снобль-то. И жуткой чешуёй.
Быстрее двигается. Так, сын, беги по рейду. Быстрее. Беги по рейду. Следующего бойца на арену. Бля, тяжело дышать. Сражайтесь или погибнете, герои. Паладин, бейте кто-нибудь печать света тоже. Джагай, точнее. Версус, там есть кто-нибудь? Некому, да. Понял. Надо отбежать. Выжимайте дефобилки ваши. Не достаем. Все чудовища повержены! Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Благодарю, Верховный Лорд! А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом не попался! БДК танчик будет, понял ты? Что еще раз? Ты танчишь первым. Хорошо. Отойдите от босса, чтоб вас не убило. Маг, стаки не забывай потом вырвать. Пламя, давайте, ворот убьем. Метку улетаем. Ага.
Давай, пройди стаки. След на меточку. Отлично. Тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Что там у нас? Энх, да? Лок, Дрит, ДК. Я держу ДК. Там Холипал, да? Да, Холипал. И Хант. Ну давай мы попробуем, кого будем первого зрить. Ханта может какого-нибудь, да? Да, наверное, Ханта, потом... Лока? Наверное, это Лока, да. Потом Энха, наверное, либо это... Кстати, может это кто-нибудь из ДК-шка Frost Tower включит? Так. А, там что-то пало, я забыл, блин. Так, давайте звездочку, потом кружочек, потом, давайте Энха, может. Потом, наверное, Холипала надо будет пиздить. Потом уже разберемся. Ну все, давайте там. Погнали, звездочку. Осторожно, дефайтесь, если что, вот это. Нас не убило, потому что я один килл. Ну, отлично, дали пизды. Гера диспел. Блядь, Гера диспел у меня. Блять, не могу дисплеить его. Да.
Неплохо, блядь, неплохо. Тупо зерк, блядь. Ух ты, фетиш. Ждет битва с королем Личом. Добрый день. Всего лишь хорошего. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной крови... Дай сусесинг хаб, пожалуйста. Пусть состязания начнутся! Ну, спасибо. Жизнь не агрится, дайте маме такие только. Внимательно сами следите, там если будет меняться, потому что я в хиллбот залипаю. Могу просто лакать. Давайте, понимаем. Сука, это сдохну. Не залейте, мама. Хотя не надо. Я сдох нахуй. Ты паладин. Мы примем любой вызов. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Ну давайте, может, загонуть попробуем, блядь, может, захили уже. Мы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Подождите, не пульте. Сейчас, секунду, телефон у меня.
Короче, смотрите, Герда на 50%, да, ретрики сначала там подкрынник, Dream Safe как-то, ты даешь стан, потом у ретриков даешь стан, второй, да, понятно? Да, трэш сразу сливаем, там, да, эти станы и пиздим, там, точечными, массовыми. Короче, старайтесь как можете, блядь. Все. Давайте. Блядь? Сиранос, подожди, ты здесь? Сука. Все, все здесь, подождите, все. Значит, уман, блядь. Давайте, сейчас будет трешиться. Давайте, сейчас будет меня пиздить, ставим с его. Отлично. Бейте трэш. Ты 57% бьем. Даю рост нахуй, давайте, прижимайтесь. Фаза. Трэш, стан. Блядь, сорян, паладин. Ну, красава. Блядь, только паладин случайно проебал. Ничего, извини. Давайте. Тоску ролим. Прикольно выглядит. Давайте, секир. Такое одноручное. Там, может, ФДК надо кому или что-то, не знаю. Не надо никому. А, надо было кому-то. Так, щиток. Никому не надо? Угу, я понял. Серу. О, наконец-то я, блядь, срулил. Так. Сейчас будем плюшки ролить. Плащ. Вот.